Посмотри, что с нами делали враги. Мы ломали голову, как могли. Варили того, кто сумеет нас спасти. Было тяжело, но отступать это не наш стиль. Мы так хотели дело до финала довести. В конце концов, все-таки создали монстра во плоти. Кого бы ни встретил на пути, любого победит, как ни крути. Ну а если врагу повезет его сломить, наш монстр снова придет и отомстит на земле. Или же на Марсе, он везде готов сражаться. Огромный, опасный, глаза горят красным. Его все боятся, ведь лупит фугасным. Но есть и те, кто надеется напрасно. По очереди гаснут. Он монстр, монстр. Безжалостный и злостный. Он монстр, монстр. Врагов давит так просто. Его главная цель — это Левиафан. Не угомонится, пока не превратит его в хлам. Эти демоны завда силен, но по-любому будет побежден. Наш герой не намерен сдаваться. Едет в бой на спидометре 20. У него 77 пушек. Сопернику подарит 77 плюшек. Пау-пау. Готов. Пау-пау. Уничтожим. Там, где он появлялся, все давно мертвы. Огромный, опасный, глаза горят красным. Его все боятся, ведь лупит фугасным. Но есть и те, кто надеется напрасно. По